друзья, опять наш пробитый сегодня маршрут. Не могу понять, где Макс только. Сейчас попробую ему позвонить. Понятно. Маршрут непонятен, где мы ехали, пока места узнать сложно. Тойоты очканули и ушли на лагерь. Ну, тут им сложно, конечно, наверное. Хотя едут нормально. Я по-прежнему без стартера, уже вот так залепило всего. Дворники работают нормально, очищают. Что, разворачиваемся? Без стартера, конечно, это не тема такой жизни. Ну, проезд был крутой первый, конечно, здесь. Такое небо бесподобное. Так, друзья, нашего объехали с обратной стороны этого водоема. Пейзаж обалденный, красиво. Объезд такой достаточно большой, я думал развернулись. Поехали. Сейчас мы попробуем тоже объехать. Это мне кажется, что мы все-таки здесь ехали. Маршрут такой получился. Все-таки мы первый раз неправильно заехали. По пробитому идет четко. Красивое небо. Еду, подрезаю, обгоняю. Маван первый. Сейчас помоем стеклышко. Ну, вот так лучше видно. Блин, какой красивый кадр. Так, продолжаем наваливать. Это уже наш знакомый маршрут. Там дальше, кстати, самое сложное место дальше. Давайте мы. За Тойотой. На Коксе. Так залило у нас немножко, окно открытое.
бережок такой дикий. Облил салон, открыто было окно. Самое жесткое место вот здесь, которое надо проскочить. Тойоты смотрим. Десятка. Тут левее резануть не по траектории, а своим путем. В принципе, траектории не было, это мы ее сегодня сделали. Давайте уже за УАЗом поедем. Так спокойно, размеренно, уверенно. Четко маршрут виден уже. Сейчас отпущу, чтобы был запас по оборотам и по скорости. Неплохо прошли. Вторая. Третья. В общем, сижу вот так, как в бункере. Хорошо лобовое более-менее видно. Ты устал? Сейчас закат. Да, такой вечерок приятный, конечно. Ветер портит немножко, но пейзажи нереальные. Не представляю, как здесь летом. Мы тут никогда не были, но приедем, конечно, будет еще круче. We'll be right back.
забрали чуть вперед. Сейчас мы настигнем. Уже в лагере, наверное. Тут уже простой маршрут. Добавили холостых. Машина не глохнет. Нормально ехать. Даже без стартера. Повторимо. Лов случайно. Ворота четкие просто. Просто забыл про старт. Делись. Просто вот ради такого одного снимка стоит выехать. Поломки, ремонты. Когда ты понимаешь. Так, летим. Так, что-то там ребята решили резануть. Присели жестко, кажется. По краю, да. 80-ку можем доставать долго достаточно. При таком... Не, вроде морда вышла уже. Да, тут... Заякорились. Идет. Прямая, едем в лагерь. Подсохло тут, конечно, так по сравнению, как было зимой. Вроде, ну, были теплые дни, да, сушат прилично быстро, но есть такие болотные места шикарные, вы все видели, просто бомба. Очень холодно, сумасшедший ветер какой-то, холоднющий. Так, закат красивый, но из-за ветра немножко дискомфорт был целый день. Что по машине хочу сказать, из недостатков ничего не поменялось. Слабое место, коробка пониженная, в принципе, и все. Сцепление непонятное, опять звуки издает, хотя все новое. Лужа высохла полностью.
едет, а этот резанул. Как-то жестко, тут без дороги. Вторая. Пазл надо строить, конечно, если изначально тема нормальная. Надо строить на рычажной подвеске. Злые агрегаты какие-то брать посерьезней. Так, что-то лагерь разъехался или мы не доехали. Не доехали, оффроуд. Вот завершается, я так понимаю. Никого не видно, уже все уехали. Стоит одиноко бородача машина. Все. Как никого и не было. Замерзли, действительно, с погодой немножко было сложновато. Что там, Бодя? Так, ну что, друзья, все. Оффроуд завершен, закат шикарный. Будет, все-таки надо что-то будет думать, конечно. С коробкой понятно, как бы. С коробкой понятно, вариант есть. Осталось разобраться. Что она тоже стартит. Целый день заводилась. Да не, ну купали жестко мы сегодня. Да вообще без вопросов все было. Купали жестко все. Не реагирует. Слазит. Да. Ты там не написал случайно? Там самое лучшее. Не, ничего не писал. Ничего не это не издавал, только фотки только сбросил он, и то не в общее пользование. Все, стоять. Это же самое, как очень случилось, тоже что-то заводиться, понял, типа все отъездил, заводиться. Все починилось, Нивка. Друзья, пошел снег. Я же говорю, холодина такая. Снег пошел, да. Закрывай, сфоткаю и поедем. Да, тут снег часто идет, когда мы здесь находимся. Так, ну что, вот такой закат. Аван стартует. Нормально прокатились, еще раз повторю, погода немножко подпортила ощущения. Небольшой дискомфорт был, но в остальном обалденно прокатились. Просто бомба. Просто бомба. До места. Завершили сегодня раненько, до заката. В общем, всем спасибо, друзья, подписываемся, делимся.
сезон только начинается. Я думаю, будет много интересного в этом году, не меньше, чем в прошлом. Попробуем еще поставить стартер родной, этот большой, который старого образца, не вот те, что сейчас маленькие, легкие. Есть еще варианты редукторных, апелевские. Вован мне сказал, говорит, все, что до 1.8 апеля подходят, вроде как стартера. В общем, надо смотреть будет. Так просохло все, не троит, хорошо работает, никаких вопросов по мотору нет. Сцепление слабенькое. В общем, что-то надо думать. Все, до встречи.